Итак, дамы и господа, Team Dignity против Team Liquid. Вторая игра. Вторая игра Best of 5. То есть здесь уже правильно проставили квадратик. Как видно, счет 1-1, и это Best of 5. Это гранд-финал Red Call Dota 2 лиги. То есть, ну, одно очко преимущества было у команды Dignity, поэтому две точки стоят. Хоть один матч мы и посмотрели. Так, ну и Висп. Висп Дарксир забанены. Напомню, Red Call Dota 2 лига. Первое место $5000. Посмотрим, кто их получит. Ну и второе место 3000. Сейчас это определится. Третье место уже заняли Team Empire. Team Empire до этого играли с Team Liquid, но Team Liquid умудрились их победить. Empire довольствуется $2000. Фурионы забанили Team Liquid. Dignitas забанили Виспа. Надо что-то еще придумать. Посмотрим, забанит ли Бетрайдера. Он из банов в последние несколько дней буквально не выходит совсем. За исключением разве что же лиги, Джован лиги. Первый пик у Team Liquid, стоит понимать, Team Dignity, что сейчас могут выпустить сильного героя, предоставить противнику. Никс Ассасин. Бэтрайдер, само собой, первым пиком. Здесь даже думать особо не надо, но посмотрим, смог ли реализовать. Бэтрайдер требует некоторых вложений, то есть им надо получать уровень, надо получать Blink Dagger свой. Получать форстав. Иначе будет неэффективный. Как мы уже убедились в игре G1 лиги. IG играли против Зенита, им отдали Бэтрайдера, им отдали Магнуса и так далее. Но разобрали сильных героев, а потом сложить все вместе не смогли у них. Бэтрайдер без блинка так и был на 30-й минуте, и за это проиграли. 5 секунд оставалось, взяли гирокоптера. Надо кого-то еще придумать. Берут Лондруида. Team Liquid задумались. С одной стороны будет гирокоптер фармить, с другой лондроид. На мид тоже кого-то поставят, серьезного. И непонятно, какой лейн оказывает давление, куда идти воевать релейном, кого пытаться убивать. Надо как-то решить эту проблему. Ну, Liquid можно самим набрать примерно в таком же стиле. Правда, лондроид это сделал такое. Палец в рот не клади, он откусит сразу вместе с вышкой. 5 секунд остается. Так, ну и резерв здесь чуть больше минуты сейчас, вот он уже тратится. Напомню, завтра будем смотреть G1, завтра будем смотреть DreamHack. Начнем 3:30 по Москве, ну и расписание выложу ВКонтакте. Подписывайтесь. Ссылки есть всегда в стриме, там их пишет бот. Так, ну и Lifestealer. Lifestealer, Storm Spirit. Ага, вот в чем был план. То есть теперь они будут летать. Садится Lifestealer инфестом в шторма, влетает, убивает. Корок на шторме отыгрывает замечательно. Dignitas думает, кого здесь надо взять. Можно тоже взять кого-то на мид, либо взять кого-то с саппортом. Они понимают, что Liquid осталось лишь двоих саппортов забрать. То есть можно сейчас взять себе хорошего дизейблера, например, того же самого Бэйна. И потом всех саппортов перебанить, кто попадется под горячую руку. Ну, либо можно кого-то сильно взять на мид, чтобы не забанили Team Liquid. Начинает тратить резерв, обдумывает. Dignitas понимает, что будут ходить убивать Шторм вместе с Lifestealer'ом, что будет Бэтрайдер кого-то таскать туда-сюда своим ультимейтом. Бэтрайдер пойдет в лес, Шторм пойдет на мид, Lifestealer будет стоять свой трилейн, к этому никак не подобраться. То есть у Dignitas будет проблема, точнее, скажем так, проблема не в том, чтобы отстоять и выжить на лейнах, а в том, что не убьют они врага, враг нафармит, и потом уже придут у одного блинка, у третьего армлет, у второго армлет, точнее, у третьего Orchid Malevolence. Так, ну и Магнуса забирают. Магнус будет стоять на миде. Посмотрим, кто кого бьет, ну... Возможно, лейны как-то поменяют. Неоднократно ставили шторма в сейф лейн, лишь бы нафармил Team Liquid. То есть сейчас могут придумать. Ну и такая ситуация возникает, что обоим командам надо по два саппорта. TC на это все смотрит. Для начала забанил Бэйна, он им не нужен. Бэйн неплохо работает в паре с гирокоптером. Вот этого героя точно бы не брали Team Liquid, поэтому его забанили. Время задуматься Team Dignitas. Какой здесь может быть саппорт, можно забанить Keeper of Light. Самим он навряд ли нужен, а вот врагам будет очень даже полезно. Вот они его забанят. То есть он заливал бы ману Storm Spirit и так далее.
в целом был бы неприятный. Отпушил бы TC, думаю, и дальше. Вот теперь можно продолжать по не самым популярным саппортам. То есть можно вспомнить про Джакира и так далее. То есть остальных саппортов можно и оставить на кону, скажем так, наиболее популярных. Ну, можно забанить Лешака, например, того же самого. Если появятся еще Диаболики. Так, нет, банит Растом, Шадо Шамана. А, ну здесь уже будут банить таких саппортов, которые мешают Шторму. То есть саппорты с двумя дизейблами. Во-первых, Раста, Шадо Шаман, во-вторых, Леон. Может тоже появиться. Ну, неприятно, влетаешь Шторм Спиритом, тебе дают сперва Хекс, потом держат Шаклом. При этом все сбегаются, начинают тебя убивать. Неприятно. Остается 20 секунд. Тим Дигнитас. Думает, кто здесь может появиться. Посмотрим, забанит ли Сайленсера. Банит Ченом. Забанит ли Сайленсера Тим Ликвид, они понимают, что Шторм, если будет летать, если будет прожимать глобал, можно его, конечно, будет попробовать подцепить, но исключительно из-за этого героя банить. Тратить бан не стоит. Забанили Энигму. Тим Дигнитас прям-таки пристрастились к этому герою. Уже два матча подряд ей играли. И им запретили играть третий раз ей. Дигнитас думает свой последний бан. Keeper of Light, Чен. Посмотрим, кого еще она думает. Посмотрим, что возьмут первым пиком. Ну, варианты. Это Рубик. Рубик будет воровать Рейс Полярити у Магнуса. Ну и, собственно, Лешрак. Я думаю, вокруг Лешрака как раз идет вся дискуссия. Как раз здесь пытались так обдурить. Вот его забанили наконец Тим Дигнитас. Но это значит, что вариант остался только один. У Ликвид это взять Рубика. Разве что у них что-то еще на уме. Сейчас мы это узнаем. Нет, все-таки берут Рубика. Тим Дигнитас. Надо своих саппортов показывать, начинать. Есть Shadow Demon, можно взять. Про него совсем забыли, но он был не слишком интересен во время драфта. Как раз получилось так, что много сильных саппортов выпустили. Как я и говорил, банили не самых популярных, то есть, можно сказать, баны тратили. Вспомнили Shadow Shaman, вспомнили Enigma, а вот Shadow Demon забыли. Вроде как не нарочно, но мало ли. Остается 5 секунд, 55 из резерва. Пока думает Dignitas. Они понимают, что от них ожидает, скорее всего, пика Shadow Demon, то есть они могут действительно его взять и посмотреть, как завершат свой ланап Team Liquid. Ну, Team Liquid здесь можно взять будет любого станера. То есть, например, ту же самую Лину. Можно попробовать Лину у них своровать. То есть, взять первыми. Времени 35 секунд. То есть, если сейчас возьмут Лину, то она не достается Team Liquid. У них уже будет какой-то другой станер. Будет поменьше урона саппорту. С Лины очень много урона. Урона АОЕ. Стан на коротком кулдауне. Очень неприятный саппорт. 20 секунд. Сейчас узнаем, как все разрешится. Берут все-таки Shadow Demon. Но это дает возможность Liquid добрать Лину. И таким образом Team Dignitas. Даже не знаю, что они получат для того, чтобы ходить ровно с Shadow Demon. Ну, в принципе, любого тоже станера взять, хоть того же самого Леона. Леон неплохо подошел, то есть ловить шторма. Кидать ему контроля. Совать ему Finger of Death. Пробует добивать. Ну и с Shadow Demon'ом они поромить могут. То есть приходит, кидает Disruption. По выходу из Disruption сперва Spike Tail. Первый скилл, первый стан. И потом фиксует, добивает. Думает Team Liquid. Enchantress. Интересно. То есть у них один саппорт всего будет. Время думать команде Dire. Ну, здесь можно уже Элину взять, раз такое дело. Расчищать скрипов Enchantress, отпушивать. И станет всех подряд. Так, ну Enchantress, что это значит? Это либо будет быстрый пуш Таура, либо если придут воевать Team Dignitas, вот как раз может быть проблема, что Lifestealer с Рубиком, они будут вдвоем на лейне некоторое время. Можно их прийти попробовать поубивать. Однако Enchantress появится очень быстро, придет своим крипом. И очень быстро найдет порядок. 10 секунд всего осталось. Скорее всего, Дигнитас не будут так рисковать. Ни к чему ставить Лондроида в сейфлейн. Берут все-таки Леона. Думал, он больше параллельно, но Леон получше подходит в ситуации с Штормом.
разбирать своих героев. Так, ладно, давайте смотреть, давайте начинать. Страна Radiant. Team Liquid, Korok, Storm Spirit, X-Mac на Рубике, TC, Lifestealer, Fluff and Stuff, Enchantress, ну и Балба, Batrider. Фирменные бандани. Бегут в свой лес, само собой. Так, ну и с этой стороны. Сквад команды Dignity, Сауи 2000 на Лондроиде, в этой сексе, Shadow Demon, Фогд, Леон, Снейкинг на Магнусе, ну и Юниорс, Гирокоптер. Посмотрим, как получится. Получится ли нафармить что-то Лондроиду. Так, ну Бэтрайдер пока ничего не закупает. Он как-то, видимо, все купил в Курьер, давайте посмотрим. Да, действительно. Купил себе танк, купил Ring of Protection, сейчас ему, похоже, дотикает на какой-то айтем, давайте смотреть. Ага, он ждет, когда им накапает на Ring of Regen, то есть, когда им накапает 350 монет, пока спаунит скрипы, это как раз все. Нет, все-таки получает. Получает свои вещи, делает вид, что это не он, что он все это сделал нарочно. И Корок закупился. По максимуму статов 4 веточки. Серклет. Статов хватает. 56 урон с руки, но у Магнуса здесь 58 с тремя веточками. Он купит себе быструю бутылку, будет гонять шторма своими шокуэлами. Ну и основная проблема Шторм Спирита, что до того, как он получил 5 уровень, очень даже легко загангать. У него 295 мувспида. Он без эскейпа не выживает. То есть могут прийти Shadow Demon. Давайте посмотрим, купили ли смог. Смог не купили, но прийти, тем не менее, можно. Здесь находит медведя. Медведь пытается загангать, приподнимает, бросает обратно в крипов. Стреляет по нему всячески. Пытается просадить. Медведь 1400 хп, замедляет его еще Enchantress. Хотят убить. 100 золота, между прочим, стоит медведь. Если его убить, будет неплохо весьма. Сейчас откатится телекинезис, приходит TC. Хочет 100 золота. Привел крипов, теперь у них здесь лейн. Ну, такой интересный момент. Приподнимает опять медведя, отбрасывает, 100 золота получает Fluff and Stuff. Ну, неплохо. 100 золота это очень даже хорошо. Получили с нее чуть-чуть опыта. 118 уже опыта у Enchantress. И довольны собой. У медведя кулдауна не будет еще 30 секунд. 35. То есть он теперь может только грустно стоять и смотреть, что здесь делает Lifestealer. То есть его к крипам не допустит больше. Отводить ему больше нечем. Курок стоит, фармит. Прожимает свой стать хренат, прокет, оверлоуд пассивку. И стреляет в снейкинга, харасит его. Снейкинг жует деревья, но скоро уже прилетит бутылка. Бутылка уже в пути, пока что ходящий курьер. Так, ну и подбирается Shadow Demon, они хотят попробовать подбить этого Курока. Ага, здесь побежали. X-Mac вместе с Флаффом пошли смотреть на медведя. Медведя находит, он действительно был здесь, он делал стаки. Вардов, к сожалению, нет. Но начинает его обходить. Обходит вместо этого его панду. На панду нападает, начинает ганкать. Поедает TC. С пассивкой очень много откусывает, между прочим, хп приподнимает, замедляет медведя. Похоже, это еще 100 золота. Дали шоквейв, добили. Опять Fluff and Stuff досталось, он стал очень богатым внезапно. Из ниоткуда. Вот в этот раз у медведя теперь уже действительно проблемы. 150 секунд теперь не будет медведя. А ой, получаешь шоквейв, грустит. Видит, что падает вышка. С этой стороны вышку начинает подбивать и гирокоптер. То есть они пытаются разменить, так приходит. Приходит в эту сексе. Shadow Demon хочет поправить ситуацию. Здесь, в принципе, ману всех хватает. То есть могут попробовать еще дать замедлений. Всем настрелять. Третий уровень уже. Lifestealer. Передумал Shadow Demon. Передумал Снейк. Он тоже туда приходил, смотрел, что там происходит. Включает свой дабл дэмэдж, он ходил за руной. Ну и вышка достается Lifestealer. Ох, как подлагивает. Дота Ти неприятно подлагивает. Давайте посмотрим, пройдет, надеюсь. Очень быстро проходит, но через 2 минуты, надеюсь, нажмут игроки паузу. Обычно это значит, что в игре лаги, и через 2 минуты обычно это видно. Корок. Не боится особо снейкинга. Корок уже 4, ну и скоро получит 6. Надо его убивать. Сторожит Way to Sexy. Поставил здесь обсервер. На случай, если кто-то придет убивать самого Магнуса. Но Магнус никому не интересен особо здесь. Фармит Lifestealer. Топ Тауэр under attack. Надо попробовать спасти, но понимаешь все, что если кто-то придет, может погибнуть. Не видит Shadow Demon никто.
Не знаю, где он. А вы думаете, что делать дальше? Вышка достает гирокоптер, а вот у нее медведя нет до сих пор. Вот у нее все еще минут до медведя, он здесь делает так и продолжает. Геншинтов для своего гирокоптера. Но это видели. Это видели Radiant, они могут попробовать этот стак потом своровать. Проблема лишь в том, что непонятно, кто этот стак будет убивать, если Radiant решат воровать. То есть, возможно, просто здесь поставит вард и убьет гирокоптер, когда он будет защищать драконов. Будет их танковать там. Ну и приходит Бэтрайдер. Бэтрайдера есть Тренкл Бут, он здесь отпушит. Получает соло опыт. Корок стоит добивать катапульту, реген достался не ему, но в принципе не проблема. Бутылка носит всегда курьером, не беда. Ну и полуровня осталось, появится эскейп, появится ультимейт. Корок уже перестанет бояться. Пока держится более-менее аккуратно, но скоро перестанет это делать. По крипам, 31 крип у TC, 27 у Universe. У Корка 24, отлично, он пофармил. У Снейкинга всего лишь, ну 23, ладно, не так уж сильно отстает. 22 у Балбы, но это... Лесные нейтралы. Тоже не так немного стоят. Power Threat CC. Так, находит. Нашли здесь. В эту секси приподнимают. Дали ему шокуэйв. Кидает сам себя в Disruption. Флав стоит терпеливо ждет. И вот добивает. Флав берет First Blood. Притает гирокоптер. Пытается навести здесь ужас. У него Power Threat. Сейчас он догонит саппортов. Откат с телекинезис. То есть сейчас можно гирокоптер сбить. Юниверс все это понял. Крутится верса, понимает, что сейчас будет терять тир 2 тауэр, но туда уже приходить никто просто не хочет. Все понимают, что Рубик подойдет. У Рубик, правда, ботинка нет, но не проблема. Гирокоптер издалека опускает свой ультимейт, дает понять, что он здесь пришел и что у него есть 6 уровень. Ну, действительно напугал, расчистил. Все перед вышкой. Энчантерс покупает урну Shadows. Ну и корка 1000 золота, можно сходить купить себе Arcane Boot, либо доделать Power Threads. Он, похоже, решает пойти вторым путем, но действительно Power Threads получше выбор для шторма, который влетает, ему очень важно быстро бить. Бэтрайдер летел, нашел АО 2000, АО 3 уровень, до сих пор у него гигантская просто проблема. Корк влетает на невидимость, ворует его Магнуса. Снейкинг. Ультимейт есть, но не решились. Можно было кинуть Disruption Slowcatcher, попробовать его убить за Res Polarity. Но непонятно, как бы там все повернулось. Корок допивает бутылку, отправляет обратно курицей. Постреливает. Ну, TC здесь фрифарм образовался, он спокойно фармит. Так, влетает, влетает на Снейкинга, Res Polarity есть, однако уезжает. Не успел немножко. Бэтрайдер. Приходил еще Enchantress. Снейкинг отбивается своими шокуэйвами и отстреливается. Гирокоптер воевал со стаком, стак зачистил, но нет 1300 золота. Давайте смотреть, как дела по нетворсу. Как видно, он первый по нетворсу. И плюс его еще поджидает здесь весьма сочный стак в Ancient Camp. То есть надо это тоже будет сходить забрать. Надо для этого купить себе Morbid Mask, но и там же будет очень даже удобно это делать. Так, ну и Снейкинг собрал все необходимое, теперь можно копить на блинк. Можно купить себе телепорт на всякий случай. Остальные все деньги уйдут на блинк дагер. Если ранее блинк сделать Магнус, уже можно будет наводить ужас на население. Давайте посмотрим, как дела на Бэтрайдера. 1600. Старается копить на дагер тоже. Саппорты ходят, перемещаются. Смока нет. Алекс Майк, купи себе ботинка, а вот флав пока что не хватает. Несут смок, несут ботинок, сразу все получает. Получает еще и урну. Замечательно. То есть можно выходить на мид и можно там кого-то убивать. Само собой здесь крутится герой страны. Дигнитас. Чен нашел крипами стак и просто крипов об них не убил. Так. И Чен и Чантерс. Так, здесь подхватили Снейкинга. Снейкинг уезжает обратно, привез с собой балбу, ну и само собой сгорел. На его фарфлае. Ультимейт пускает гирокоптер, ультимейт избегает корок. Получает много урона. От Юниверса. У Юниверса клеймер, вот он. Всем настрелял очень даже. Обильно. Тем не менее, у Флафа заряд на урне, он сейчас прохилит всех понемногу, кому требуется.
похоже, решают сходить на базу. Нет, прохилят Айксмайка, они перемещаются куда-то. Этот Бэтрайдер всерьез просел. Мне там возили лицом по речке. Корок выкладывает. Все предметы с статами засовывает, палочки засовывает, серплет. Переключает ботинок на агильте и отпивает себе чуть ли не все хп из-за этого. Бутылку отправляет курьером. Ну, можно было забрать, вот он решает забрать бутылку, как бы сейчас не стянули руну. Возвращается, забирает руну. Такой вот хитрый менеджмент. Что теперь у него и статы полные, и дабл дэмэдж есть, и в общем-то все хорошо, и бутылку не пришлось ссылать. Так опять подлагивает. Магнус как-то странно танцует. Ликвид, поражали смог. Пошли искать жертву. Блинка все еще нету Бэтрайдера ему. 450 монет осталось. 440, ладно. Вот идут, находят лондроида. Выходит из смока, а у D1000 бежать. У него есть ботинок, пытается подавить, но не получается. Ну и выясняется, что здесь еще и Леон существует. Леон не показывал свой 5 уровень, и он пытался на отплох получать свой опыт. Хочет получить 6, до 6 не так уж далеко. Так, влетает. Влетает Корок, у него дабл дэмэдж, он сейчас убьет этого. Вы это секси? Нет, дисрапшн. Надо ставить стать крем. Ставить стать крем, получает Рейвс Полярити Корок. Но сейчас просто отойдет. Кто найдет? Здесь Леон. Вот Леон, это уже действительно проблема. Влетает, перелетает через клиф. Здесь Бэтрайдер. Бэтрайдер хватает снейкинга. Но здесь еще и гирокоптер. Гирокоптер пускает ультимейт, балба откидывает всех бочкой. Похоже, погибнет. Пытался его прохилить. Слав энд став. Приходит Рубик, и Рубик оказывается зажат. В общем-то, стоит в центре событий. В пятерых человек. В четырех. Получает Finger of Death, Леон само собой шестой получил там. Рубиком убили. Не самая удачная стычка для Team Liquid. Шторм выжил, он бы выжил и без саппортов. То есть там куда-то потянулся Бэтрайдер, зачем-то непонятно, зачем потратил ультимейт свой. Но теперь ему все еще 400 осталось до блинка, то есть его откатили по фарму. Ну, 400 это не 1000, 1000 до блинка осталось снейкингу. Чуть больше 1050. То есть хотели оказать давление на медведя, хотели прогнать их из леса, вместо этого поумирали. Килл достался Рашту Короку, TC приходит. TC во всем этом не участвовал, у него есть армлет. Он готов подраться. Так, здесь прилетает на Корока. Он чуть было не бил Магнус, но Магнус как раз спасали. Надо за Короком следить пристально, он очень агрессивно играет. Дает просто неограниченное количество пространства для своих кэрри, для пушей и так далее. Так, ну весь этот путь веном прожал смог, пошел на Корок. Корок всех видит, не успевает ничего сделать, получает хекс от Леона, ну и погибает. Наконец-то его убили. 2 килла, 1 смерть, 0 ассистов. Приходит Магнус, давайте смотреть. 10 секунд распаляется, то есть здесь драться невыгодно Team Liquid. Они, я думаю, вполне понимают, что сейчас уже должен ультимейт бы откатиться. Ультимейт, конечно, есть у Бэтрайдера, там пошел за Даггером. Даггер купил это, конечно, здорово, но Магнус может приехать и всех убить. Зачаровывается Альфа Волф. Какое у него странное лицо. Так, ну и Корок. Короку надо лететь на топ, надо исправлять ситуацию, сейчас что-то будет. То есть здесь Снейкинг, он только и ждет, чтобы выехать и всех стянуть. Помимо этого, здесь прячется АОИ D1000, далеко зашел он спрятаться в лесу. Ходит в эту секси. Ну и вся команда, то есть сейчас будет 5 на 5. Team Liquid очень долго здесь стоят, они ожидают, что сейчас придет действительно вся команда, и сейчас будет полноценный тимфайт, что будет рерос поляриться и так далее. Но есть секретное оружие. На X-бомба от Корока. На X залезает в шторма, ну и надо влетать на кого-то. Вот в кого влетать, они сейчас поймут. Здесь шедоблейд есть у гирокоптера. Нет, не шедоблейд, у него просто руна невидимости. Крипами напугали. Сделали вид, что его видит. На самом деле просто позиционировали себя как-то. Мы стоят Team Liquid, все тратят время, все 10 человек, все просто стоят топчутся. Крипы здесь погибают, как-то друг от друга убиваются. Прожали смог, то есть, чтобы их не видно было. Проходит Корок через крипов. Хотят найти хоть кого-нибудь. Пошли, видимо, находить Минотавр, судя по всему. Здесь все еще все топчутся, никого не видят, очень сильно боятся. Дигнитас не знает, где кто появится.
Корок ходит по всему лесу, вы увидели. Видит гирокоптер, на гирокоптер надо влетать. Влетает. Влетает, нападает. Моментально влетает баба, сбивает. Отталкивает снейкинга, тащит в эту секси, кидает себя в дистрапшн. Здесь Леон убегает на базу, Магнус въезжает. Распыляет на одного, Экс-Майк. Не своровал? Нет, не своровал. Своровал он на пауэр. Ну и надо догнать еще Леона. Леона надо попробовать догнать, летает на него Корок, замедляет. Добили. Минус 4. Выжил только Лондроид, который не участвовал, который здесь просто стоял фармил, судя по всему. Он улетает на базу. Улетел спокойно на базу, вызывает к себе на базу медведя, регенит. Ну и сейчас потеряет тауэр под это все дело. Потратили где-то минуты 3 друг на друга смотрели. Но Team Liquid оказались в выигрыше. Очень хорошо все обыграли. То есть они влетели, моментально убили гирокоптера. Параллельно влетал одновременно Бэтрайдер, он развлекал Магнус. То есть, чтобы Магнус там свой ультимейт не использовал на шторма с лайфстиллером. Ну и понятное дело, Магнус потом въезжает как-то мимо всех, совершенно въехал. Стянул одного лишь Рубика. Рубик постоял в стане, ну и посмотрел, как этот Магнус погибает. 7-3 сразу становится счет, 14 минута, почти 15-е. Я думаю, графики уже обновились. Здесь, как видно, к 5000 приближается по золоту у рейдентов. Ну и 4000 по опыту. Вполне неплохо получили себе ресурсов. Обливин став шторма. Есть хейст, можно влететь, в принципе, попробовать на снейкинга, но не хотелось бы. Прямо-таки тогда здесь есть еще и вышка. Если бы не было вышки, можно было бы попробовать, но... Раз она есть, то не стоит. Не захватывает лес, то есть сейчас по карте как-то поделилось примерно вот так. Оп, опять как-то подлагивает Dota TV. Какие-то странные лаги, ну американский сервер здесь, такой иногда бывает. Но TC начинает делать башер, купил себе джавлин. Ему осталось, в общем-то, 200 дофармить, уже даже 1,5. Приходит себе вражеский лес, приходит Бэтрайдер, находит Магнуса, Магнус его отвозит обратно. Ну и теперь проблема у этого Бэтрайдера по Станли. Дали все дизейблы. Погиб. Как-то он так вслепую заходил в смоки, хотел кого-то загангать. Оказалось так, что оказался слишком далеко от команды. Слишком далеко, то есть Магнус. Так, ну если Рейс полярится, можно попробовать обыграть. Как-то что-то сделать с Корком, но тот на хейсте. У Корок 1400, ему надо дофармить. Второй блин став хотя бы. Идет пьет бутылку, находит руну. Так, а здесь находит TC. TC покусал медведь. Он идет, получил дебаф. От орба Фэнома. Здесь есть орба Фэном. Панды. Ну и панды замедляют, тем не менее, Дигнитс выгоняет всех из леса. То есть по карте теперь все совсем по-другому. Теперь уже вот так вот поделились. Однако, несмотря ни на что, здесь стоит вард. Вард дает всегда вижен. Вард стоит и здесь, то есть в этом регионе примерно все видно. Кто где перемещается, ну и как раз здесь стоит Дигнитас. Это позволяет Коруку начинать сплитпушить, он знает, что на топе пятеро человек топчется в лесах. И ничего толком не делает, вот он накопил на второй обливен став. И скоро появится рецепт на Оркет, заодно начинает пушить тауэр. Так, ну и все прожали смог, не делюсь, если на варде. Отбегает. Отбегает Бэтрайдер. Медведь пролетел, напугал Корука. Могут попробовать его найти. Он деньги пока что не тратил. Он ведет свои иллюзии, идет. Идет иллюзия, сейчас найдет Shadow Demon. Shadow Demon понимает, что он не настоящий, что смог не спадает. Идет сам шторм. Вот его теперь все видят, теперь у него проблемы. Рейс полезли, оп, не успели. Оп, улетает еще обратно. Перелетает через клифф. Очень быстрая реакция у Корка. Собственно, поэтому такие герои, как Пак, такие герои, как Шторм Спирит, для него очень даже подходящие. Магнус, похоже, что блинк купил. Давайте смотреть. Да, действительно, летит блинк дагер. То есть теперь уже будет инициироваться от души. Будет находить какие-то опенинги. Вот надо прокликать, будет Магнусу узнать, что там блинк. Пролетает гирокоптер, у него Shadow Blade есть. Нападает на TC, прогоняет чуть-чуть. Так, здесь отвезли всех обратно, отвозят. Уже убивает Бэтрайдера. Корок выживает. Корок попал, судя по всему, дисрапшн, по нему урон не пошел. Корок 2000. Бэтрайдер потеряли неприятно, но как минимум жив Шторм Спирит. Это основной момент.
Ну и опять же, Liquid понимает, что даже если что-то пойдет не так, они всегда могут делать на X-бомбы. То есть TC пока что просто фармит, если что, будет заползать в Тормайнфест, он будет прыгать. Ну, либо Бэтрайдер, неважно. В любого прыгучего персонажа. И будет моментально делать минус один. Корок. Бежит отпушить лейн. Майк крутится на меде, здесь много народу. Суровал. Давайте посмотрим, что Шоквейв. Неплохо 300 урона на коротком кулдауне. Так, лайфстиллер заползает все-таки. Бэтрайдер часто убивает. Вот думает, что он какой-то плохой игрок, возможно. Ну, не то, что плохой игрок, это я уже пошутил. Но, тем не менее, несколько раз его находили вне позиции. Возможно, в этот раз на него опять набежит Магнус, но и тогда уже там окажется лайфстиллер. И он и сам пошел на поиски приключений. Видит АОЕ 2000. Так, кто-то прилетает. Кто это такой? Это, собственно, Магнус. На Магнус нападает. У него есть ультимейт. Нет, ультимейта нет еще. Не откатился кулдаун. Прилетает гирокоптер. Своего шедоблейд дает ультимейт. Летает Корок. Корок влетает, нападает на гирокоптер. Его откидывает еще и бочкой. В общем-то, разменялись 2 в 0. Хоть очень много АОЕ было различного. Так, на Фогна. Надо напасть. Влетает. Нет, не влетает Корок. У Корока нет маны. Вот здесь как раз не помешал бы Кипер Взлайт. Однако его забанили. Но, тем не менее, Митаур сейчас заберут. TC на лох поддержится за грудь. Получает урну, сейчас прохилит. Есть башер, есть 2000. Можно что-то еще будет купить. Ну и Корка. Оркид появился, он показывал ее на Леоне, находит дабл дэмэдж. Сейчас мана немножко перегенит, тут он летит в фонтан перегенить маны. Сейчас он полностью восстановится, и потом прилетит, он включит Оркид, включит дабл дэмэдж и минус один сделает. Можно даже попробовать медведя продамажить. В принципе, я думаю, может хватить урона. Клав. Купил Огр Клав. Похоже, начинает делать свой аганим. Так, здесь курьер какими-то странными траекториями летает. Нападает на Enchantress. Напугали TC, он заползал инфестом в крипа, лишь бы его не убили, но оказалось, что атакует вовсе даже не его. Флафы здесь размазали по кустам. И здесь так уже защищал очень давно гирокоптер, вот и гирокоптер уже есть. Огр Клап, он копит себе на МКБ. Гиперстолм появляется. Ну, TC. Башер и так уже есть, башер проходит. Притом достаточно быстро проходит. Можно будет потом сделать Кирасу. Здесь поставили центры. Можно бить вражеский обсервер. Так, на Рошан нападает, между прочим. Надо это обыгрывать. Рубик пускает Шоквейв. Надо ставить здесь тайс крем, но в кустах сидят саппорты. Саппорт ставит обсервер. Идет Корок, вот его надо попробовать подловить. Корок влетает, находит Леона. Леон моментально прожимает кекс, то есть успевает среагировать. Похоже, что добьет сейчас. Идет Шоквейв, Корок упрыгивает, добил Леона. Ну и здесь приезжает уже Магнус. Распаляется, пока не прижимает. Корок подожил ее Шоквейв. Оп, как-то опять все подлагивает, неприятно. Сейчас будет очень хорошая драка. Вот Рейвер спаляет, прижимает на балбу на TC. Убивает уже TC, убивает. И Бэтрайдера. Корок убил Шаду Демона, пытается убежать. Неужели убежит? Там пытается всех поджукать. И, похоже, это удается, он просто отходит. Перелетает через клиф. Глориус. Ну, Рошана отдали таким образом Team Liquid. Не пережил лайфстиллер. Рейвер спаляется. Его моментально убили. Лондроиды, давайте посмотрим. У него есть армлет. Этого хватило. Прокли Энтангла. Прокли Корни. Корок хочет тащить, похоже, Аегис, но здесь Магнус. Магнус его видел. Однако получает Сальнис, но и на Магнус нападает. Дисрапшн его. Точнее, Дисрапшн спасает Магнуса. В это секси напугал Корок немного. Корок отходит. Пока все это происходило, Bottom Tower has fallen. Здесь добивает его катапульта. Ну такой вот поворот событий, что Team Liquid вроде все было хорошо, они замечательно дрались, замечательно фармили. Все было неплохо, но Team Dignity внезапно все перевернули, забрали Рошана. Отбили себе по деньгам, так и по опыту. 23 минут, давайте смотреть, счет 11-9. Ну, в районе 5000, ну, давайте. Ну, 4,5, допустим, есть по золоту. 33 029,5. 33 729,5. Ну и по опыту 1000, то есть 1000 опыта есть преимущество в Resident, но это уже, можно считать, преимущества особого и нет.
более-менее сравнялись. Здесь, как видно, 35-34 тысячи опыта. Это не такая уж и большая разница. То есть неплохо отбили себе Рошаном. Отбили последней дракой. Team Dignity все. Корок покупает Ogre Club. Понимает, что БКБ действительно понадобится. Его Леон каждый раз станет. Это очень неприятно. Finger of Death поймать тоже не хотелось бы. 1100 хп становится. Так, пошли, похоже, пушить тир 2. Крипы есть у Флафа, влетает куда-то. Корок хочется хоть кого-нибудь найти, но никого здесь не находит, ставит вард. Тир 2 таур очень на лоу хп. Параллельно Дигнитс выходит размениться. Бежит медведь. И таур тоже подбитый. Ну, можно продолжать Team Liquid, можно продолжить и вызвать всех обратно с телепортами. Давайте посмотрим, есть ли Fortify. То есть, да, действительно есть Fortify, вот они идут дальше. Начинают бить тир 3. Уже возвращается. Летит Магнус. Заползает лайфстиллер в Корока, можно его вернуть на базу. Точнее, не на базу, обратно. Он выискивает жертву здесь, на топе. Точнее, на ботлейне. Ближе к базе противника. Ну, уже отправляется обратно. Здесь медведь пытается бежать. Медведя, не знаю, видно, нет, летит. Летит шторм, находит. Находит АОД 1000, начинает... Ох, не хватает маны немножко на замедление. Вот теперь хватает на вортекс. И TC поедает АОЭ. АОЭ, неужели убежит? Нет, прокет стан. Прокет баш. И помог Бэтрайдер. Бэтрайдер забрал килл. Пока все это происходит, находит Энчантрес. Улетает. Скьюра не было, видимо, как раз свозили скьюром. Леон не успел дотянуться. Леон делает форстаф, хватает на рецепт. Осталось только колечко купить. Так, ну здесь мидл тауэр, здесь еще тир 1 тауэр стоит. Можно попробовать его задеф даже. Прилетает лайфстиллер. Купил себе плейтмейл, делает кирасу. Ну, с кирасой дела пойдут резвее. Летает корок. Ман, он регенит, когда придет в мидл. Так, ну и надо еще одну вышку запушить, раз такое дело. То есть Liquid не прочь продолжить. Сейчас откатится инфест, 20 секунд можно попробовать будет убить кого-то на отходе. Приходит. Ставит центр, убивает вражеский обсервер. Понимает теперь Корок, почему его здесь видели. Я думаю, он так догадывался, что там вард. Так, ну и нападает на вышку, кусает лайфстиллер. Блинк есть у Магнуса, однако все стоит разрежен. Тем не менее, если хорошенько прыгнуть, можно подцепить двоих. Так, вместо этого влетает Балба. Получает моментально. Получает стан от Леона. Точнее, Хекс. Прожимает БКБ Юниорс. Юниорс настрелит. Проблема. Флаффенстаф. Флаффенстаф, похоже, погибает. Шторм убивает, конечно же, Леона. Но надо теперь бежать. Сам без маны. Прыгает Магнус. Похоже, добьет. Сейчас откатит Шоквейв. Там происходит даблкиллы. Там уже всех убили. Корок тянет. Тянет стейкинга. Они стеси. Сейчас его убьют. Однако Госептер. Прибегает медведь. Корок прыгает через деревья. Но деревья ломает. При этом погибает. А у 2000 трипл килл. То есть они убили там всех, это минус 4. TC последний живой. Не, он заползает в крипа, и все понимают, что крип пойдет аж вот до сюда. То есть лайфстиллер выживает. Ну, неловко подрались. Бэтрайдер улетел, форстафнус не успел, и Леон опять очень вовремя кинул его в лягушку. Эй, скоро есть Юниверс, вот он приходит убивать Тауэр. Middle tower has fallen. Гирокоптер уже очень злой стал, он весьма больно там настрелял за время своего БКБ. Решил потратить 10 секунд, несмотря на то, что у него Аэгис. И очень даже больно. Дал свой АОЕ, там он убил, по-моему, Enchantress. И Лондрою достались все остальные, просто по одному всех съел. Так, ну очень интересно, что он сейчас купит. Прилетает рецепт на башер, то есть осталось буквально пару сотен будет башер. А, нет, он есть уже, то есть 1300 у него сверху. Неплохо. Магнус прожимает иллюзии. Team Liquid, похоже, не расстраивается таким результатом. Надо бы почаще им делать на X-бомбы, иначе они воюют 5 на 5, и это получается не слишком хорошо. Корок убивает иллюзии. Опять подлагивает. Не знаю, что с этим делать. Здесь уже, к сожалению, от меня не зависит. 1600 у Корока. Надо покупать свой Мифрилхаммер, иначе другой возможности не будет. Что такое опять подлагивает?
Похоже, очень много спектаторов. Нет, не так уж и много. Так, ну я надеюсь, мы ничего не пропустим. Здесь какие-то странные проблемы с Dota TV. Возможно, проблемы с сервером. Бегает Магнус на месте. Так, ну ладно, если что, сейчас перезайдем. Я надеюсь, мы не пропустим ничего. Так вот, отлипло, слава богу. Ну и все просто дошли до вышки, никакой драки не было, к счастью, ничего не пропустили. Нападают на вышку и, похоже, сейчас съедят, съедает вышку. Вышка достается Рубику. У Рубика 900 монет. Так, ну что-то получает. Кираса прилетает TC, он заползает в корок, и надо убить. Убить хоть кого-нибудь, здесь стоит вард. Вард виден. Сентри, так, влетает. Влетает на медведь, вот главный их убийца, надо им отомстить, однако распаляльте. Корок на лоу хп, надо добить, добивает корок и ландроид. Лондроид живет, спокойно ходит, всех убивает. Герокоптер прожимается в шедблейд, у него Эггиса нет, он ведет себя аккуратнее, но и TC отвозит. TC погибает. Даблкил, а вы 2000, вот так вот его поганкли. Здесь еще и Флаффенстафф, надо Флаффенстафф попробовать подцепить. Но медведь уже боится. Он понимает, что умрет с новым Петуса. Энчантрес отходит. Курьер приносит центры варды. Влетает Снэйк, находит Рубика, Рубик его поднимает. Своровал у него шоквейв. Да, я шоквейв двоих, чуть было не добил их, но тем не менее погибает. А вот 2000 unstoppable, он столько киллов получил за последние 5 минут, что Team Liquid уже не понимает, что дальше и делать. Ходит, держится за лапу. 7-1-5 счет, 2700 золота, а у 2000. Уже у Team Liquid раз за разом все хуже и хуже проходит драки. Влетели на медведя, просто урона не хватило ластилера. Ну, не то чтобы урона не хватило, там влетал уже Магнус. Магнус был неподалеку. Цель была выбрана очень странно. Надо было влетать либо на Леона, либо на Магнуса. Давать ему сайленс и так далее. Вместо этого влетели на человека, который не прожимает никакие спылы, но рычит своему медведю, разве что. Это не обязательно. Так, летает корок, перелетел немножко. Находит Леона, а здесь еще игрокоптер. Принимает, улетает обратно. Корка игра не задается. Три раза погиб. 6 киллов, это, конечно, замечательно, да? Он понимает, что бесшабашно так летать ему больше не дадут. По графику. 2500 все еще есть по золоту у резидентов. Но по опыту они потеряли очень много, в районе 5000 уже. Снейкинг ходит. Что-то ищет. Купил себе ультимейтор. Посмотрим, что будет делать. Судя по всему, будет делать Линкин. Линкин сферу блокировать. Ультимейт Бэтрайдера, если Бэтрайдер будет на него влетать. Блокировать любые другие дизейблы. В принципе, можно и так сыграть. То есть, в идеале, Магнус стоит подальше. Старается никому не попадаться. Но мало ли кто-то влетит, собственно, Бэтрайдер. Самый первый кандидат на влет. TC продолжает фармить. Он все еще первый по нетворсу, то есть... То, что у них тимфайты проходят не так, его не сильно останавливает от того, что он неплохо здесь отфармится. 216 крипов. 31 минуте. Не так уж и много, но в то же время поубивал. 3 килла, 2 смерти, 4 ассиста. Ну, в принципе, тоже не так уж и много. Morbid Mask себе покупает лайфстиллер. Он хочет сделать Владимир, судя по всему. Он хочет быть боевым персонажем. Получит дополнительный лайфстил, ну и там уже все будет интереснее. Корок бьет крипов, корок 2600. То есть ему скоро хватит уже на рецепт. Ему осталось 200, хватит на рецепт для БКБ. Хватит на Петрихаммер. А здесь убивает Рошана, второй Рошан. Приходит медведь, его грызет, никто не приходит. Team Liquid затаймили, вот они пошли смотреть, но похоже уже не успеет. Рошан падает очень даже быстро, сейчас его добьют уже. Нападает, стреляет в него. Рокет баражем. Добили. Аегис опять гирокоптеру. Он купил себе Демон Эш. Видимо, делает Манкин Бар. И Корок купил БКБ. Несет к себе курьером на вражескую территорию. Курьера перенаправляет. Два раза перенаправили, теперь отправили просто на базу. Видимо, не скоординировали немножко. Так, это все-таки доминатор для TC. Он хочет сделать себе, похоже, что сатаник. Ну, неплохо. Напомню, работает все это дело с фистом. Это пассивка, это не орб-эффект. То есть у него будет лайфстил. Там получает свой доминатор.
Можно будет крипа какой-нибудь еще доминировать, давать себе какую-нибудь ауру полезную. Ну, с сатаником будет очень даже неплохо. Будет сам плотный. Плюс будет отхилиться в разы больше. То есть у него все время будет идти отхил. То есть пока... Пока идет open wounds, он отпивается, потом open wounds заканчивается, отпивается доминатором, точнее, сатаником, и потом опять open wounds откатывается. Если что, прохилить лайфсил. То есть ему достаточно выживать. Однако проблема в том, что если он выживает, то его саппорты как-то похуже с этим. Аганим есть у флаф и стаф, и тир 2 тауэр, конечно, запушили здесь. Летят импетусы, можно попробовать кого-то подцепить, но может выйти себе дороже. Ходит ищет Магнуса, похоже, но здесь они отходят. Все вместе, у Магнуса еще и хейст, бежит, рычит. Четвертый импауэр накладывает друг на друга. Рубик бежит первым. Кого-нибудь хочет подцепить. Поставил вард. Корок думает, что кто-то, знаешь, прилетает. Ремнет поставил, никого не нашел. Ну, можно пофармить этих хэндштов. Пора влезать уже. TC, все шли на базу. Понятное дело, опа, опять подлагивает. К счастью, недолго. Какой-то странный сервер они выбрали. В прошлой игре все было хорошо, сейчас же лагает чуть ли не каждые 5 минут. Подпушивает по топу. Team Liquid понимает, что им достаточно выиграть одну драку. Но эту одну драку им выиграть уже не дадут. То есть здесь и Аэгис есть, здесь очень много урона. АОЕ. Постоянно дает Empower Magnus, то есть все становятся еще более сильным. Магнус находит еще дабл дэмэдж. Давайте посмотрим, что летит. Летит Госептер для Экс Майка, для Рубика. Энчантерс, по-моему, уже есть. Нет, все еще нет. Госептера. Есть. Эмбитрайдера. Все понимают, что очень злой гирокоптер, очень злой медведь. Если начинает постреливать, начинает кусать, надо что-то делать, надо прожимать Госептер и пытаться выживать. CC. Ходит, продолжает фармить. Убивает крипов за пару ударов, но с медведем пока что слазить не может. Ну и похоже, они будут ходить так, фармить, они будут ждать, пока не пропадет Аэгис. До этого времени осталось 2 минуты. Точнее, нет, даже 2,5, чуть ли не 3 даже. Пока есть Аэгис у врагов, они не будут никуда влетать, будут вести себя аккуратно. Корка, 10 секунд, БКБ. Летает, фармит. Дофармил. 1000 золота у него. Ну, посмотрим, что купит. Накопит ли он на сайт Вайс. Было бы неплохо, в принципе, получить дополнительный какой-то дизейбл. Уже опять здесь подлагивает. Так, ну и Магнус тоже купил Госептер, но у него 1900. Можно купить рецепт на Линкен Сфере, если он для этого покупал Ультимейт Орб. Возможно, он что-то другое хотел сделать. Можно купить Персеверенс, но слотов просто нет, он копит деньги. Всегда надо иметь на выкуп теперь, то есть сейчас уже начинается, можно сказать, начало лейтгейма. Скоро кого не убьют, очень будет долгий кулдаун, уже придется тратить выкуп, чтобы спасти свою базу. Ну и идут по мидам. Team Dignitas понимает, что надо тратить Аэгис идти, но вот они пошли все по мидам, на всех рычит Магнус дает эмпауэра. Медведь здесь, Манкин Барот, собственно, похоже, что этого и ждали, как раз пока он доделает. Прилетает еще гирокоптер, у него плюс 212 здесь урон, то есть урона хватает. Так, ну и заползает в корка. Влетает, моментально влетает на В2Sexy, В2Sexy погибает, влетает баба. Рез Полярис на обоих, погибает корок, погибает, само собой, Бэтрайдер. Ответный рез Полярис от Рубика TC, грызет кого может, убивает. Убивает Леона. Нет, Леон убивает Энчантрес, но здесь уже убили Лондроид, убивает гирокоптер, выбили Аэгис. Рубик сработал, пик. То есть, несмотря на то, что инициаторы оба погибли, но выкупился уже Бэтрайдер, подцепил гирокоптер, добили еще раз. Это минус 4. Ну, можно сказать, минус 5 с Аэгисом. Выжил лишь Магнус. Замечательно отбили, можно сказать, свой хэкграунд. Но идут, уже начинают пушить. 50 секунд не будет медведь. Давайте смотреть, есть ли байбек. Вот этот поворот событий. Рубик дал понять, что стоило все-таки его забанить. Рубик действительно зарешал. 3500 моментально TC, он может купить себе сейчас ривер. Доделать свой сатаник в скором времени. Ну и ползет здесь, ну, полминуты, не знаю, за полминуты успеет ли. Надо прожимать рейдж, как можно быстрее убивать. Есть фортифайщи, то есть здесь время сейчас будут тянуть.
Приходит Магнус. Подбили бочкой. Теперь Тритаур сейчас упадет. Нет, Фортифай. Пока едят крипов. Неужели отойдут? Отходит. Сейчас появится гирокоптер, сейчас появится лондроид. Там же драться не хочется. Рубик оставил РС Полярити, вот ему блинк сейчас купить, но блинка, к сожалению, нет. Что тут делаем? ПД на вышку. То есть теперь стоит голый барак. Ну, в принципе, там от вышки толку особо не было, лишь бы не достал золото врагам. Так, ну и надо как-то обыграть. То есть кулдаун на РС Полярити откатывается. Рубик понимает, что он откатился и в Магнус теперь. То есть у него теперь можно таймить ультимейт. В принципе, уже больше нельзя, раз уж он откатился. Сходили, купили. Abyssal Bait. Засадили. Тиси в корока. Ну и пошли на охоту все вместе. Всем своим складом. Здесь варда нет, но сейчас и так найдут медведя. Медведя видно. Надо влетать. Корок пропустил момент. Не увидел медведь. То есть не вышли из смока, но в то же время подцепить тоже не получилось. Корок ходит с невидимостью. То есть это был не смог, собственно, поэтому его не увидел. Лондроид. Так, все пошли что-то покупать. Сайт-Вайс, вот на что копил. Снейкинг. Думаю, будет делать Линкетсфер, но Сайт-Вайс пополезнее будет. Дополнительный дизейбл. Инвиз заканчивается. Корок понимает, что так никого не нашел. Летят варды, сейчас расставят апсы на клифы. В центре стоит их же. Рубик как-то замешкался с апсами, вот он поставил наконец. Ходит, трясется. Так, ну и Корок продолжает искать жертву. Крипа уже показался, вот. Теперь уже прекрасно понимает. Дигнитс понимает, что сейчас будут влетать. То есть сейчас здесь будет какая-то драка, будет навязывать драку. Но, возможно, и не будут. 1700 на Бэтрайдера. Корок тоже 1700, у них байбеки, в принципе, есть. Нет. Бэтрайдер кулдаун, пока он выкупался там. Как раз добить Аегис. Сеткой поймали медведя. Корок все еще ходит, прицеливается. Они не понимают, на кого влетать. Дигнитс не спускается на лоу-граунд совсем. Корока просто вижена нет. Здесь надо убить крипов, надо запустить крипов. Вот здесь Бэтрайдер даже загорелся, лишь бы кого-то увидеть. То есть он кого-то видит в этом радиусе, но, само собой, никто туда не суется. Оп, опять полагает. Господи, неужели будет драк сейчас? Все передвигаются. Пошаговая стратегия. Нет, отходят. Отходит тимликет, здесь приходит большая пачка крипов, все это надо задефать сейчас. Надо возвращаться. Наконец-то отлагало. Надеюсь, в следующей игре сервер будет нормальный, иначе это просто какой-то ад. Поставили здесь обсервер, то есть видит уже Корка, вот можно попробовать на него влететь. Магнус примеряется. Оп, кидает контроль, кидает сайт-вайс, трое попадает в респалять, однако Корк нападает. Точнее, не Корк, а ТС нападает. Сидает гирокоптера, тащит Магнуса, Бэтрайдер Магнус спасает. Дает ему дисрапшн, но ТС нападает на медведя. Получил от него интангл, воюет теперь еще и с Магнусом. Он отбивается как только может. Прохиливается, крутит армлетом, получает хекс. Баба на все это дело смотрит. 4 стака демоника поздно, ну и заползает. Бэтрайдера уходит. Балба терпеливо подождал. Кидает дисрапшн. Станом не дотянулись, здесь уже флаф. Флаф настрелит, можно выползать. Лайфстиллер, может попробовать добить. Оп, прибежал. Снейкинг получает урон от инфеста, погибает. Хоть и убил Бэтрайдера. Гонит Леона. Ох, как больно сейчас он получает импетусами. Здесь, ой, 2000 у него с медведя урона хватает. Флаф отхиливает ТС. Такой вот момент, что вард поставили, за счет варда, можно сказать, победили тимфайт Дигнитс. Конечно, троих они потеряли. Успел все-таки лайфстиллер поражать свой рейдж. Рошан. Между прочим, третий Рошан, надо начинать его бить. Скорее бьет. ТС очень бьет быстро. Уже пол Рошана просадил, то есть не знаю, Дигнитс, скорее всего, что там на Рошане что-то происходит. 30 секунд не будет Магнуса, здесь расставляет варды, влетает Корок, моментально получает Аркейнбут, ну и ползет медведь. Медведь находит, приподнимает, надо его убить. Медведем кидает импетуса, перевызывает его хозяин. Рошан падает, третий Рошан, это Эггис, это сыр, и это очень большая промашка со стороны Дигнитса, что они гонялись там за килами.
Магнус, в частности. То есть, если бы был жив Магнус, можно было попробовать что-то сделать, но... Магнус въезжал здесь, пытался добить Бэтрайдера. Сам погиб от инфеста, от урона инфеста. У Корока 1900. Такая затяжная игра нас ожидает, похоже, уже 43 минуты, уже третьего Рошан убили, но победитель пока что не определен. То здесь уже повернуться может по-разному. Рецепт на сатаник. UTC осталось дофармить 1000 золота. Купить себе ривер. Получает сыр. Но он понимает, что у него 2000, он успеет отпиться. То есть прожимать сыр будет в самом крайнем случае. Курок с Аегисом. Так, ну и по графикам. 22-22. По киллам все ровно, 44 минута. По графикам здесь тоже особо не сказать. Ну, 70-67. 3000 есть преимущество. У Team Liquid. По опыту еще ровнее. То есть 80-79 тысяч. То есть можно сказать, преимущества почти никакого нет. Надо прожимать смок. Нет, смока нет. Бэтрайдер купил бы Soft Trail. Он понимает, что в следующий раз, если заставит его купаться, надо будет прилетать. Но теперь не хватает уже на байбек 1200. Liquid стоят, чего-то ждут. Давайте посмотрим. Как-то непонятно, чего они ждут. Уже надо идти. То есть здесь все топчутся на базе. Team Dignitas понимают, что они потеряли Рошана. Они жмутся на базе, боятся. Похоже, Liquid боялись, что смог. Но нет. Похоже, до сих пор боятся. Но в то же время Бэтрайдер отходит в одиночку. Хочет найти варды вражеские. Полетел. Сейчас увидит тот вард, из которого все это началось. Увидел вард. Вард убивает. Ну, теперь Дигнс есть представление, где команда врага уже более-менее уверенно себя ведут. Здесь выходили все впятером, пофармили эншентов. Убивается еще один вард. Так, ну и Liquid пока что не решается что-то делать. Надо бы подраться, надо бы улететь, кого-то убить, потратить Аегис и так далее. Корк готов размять Аегис на жизнь одного из кэрри. То есть того же самого гирокоптера. Лайфстиллер там само собой выживет. Давайте посмотрим, сколько золота у Лайфстиллера. Вот он сидит, просто деньги тикают, пока ничего не фармит. Ну и приходит, здесь стоит барак, вышки нету. Надо пробовать что-то делать, ставить скрем, дает себе вижн здесь. Бэтрайдер включает хэст, и вот сейчас он на кого-то залетит. Выбегает Бэтрайдер, подцепил Магнуса. Фарстафит, фарстаф на себя фокус пытался его сконтролить, но теперь Магнус проблем. Получает Abyssal Blade, Корок влетает, подцепляет Шадоу Демона здесь. Пытается убить медведя, медведя убивает, замедляет Юниверса, Юниверс убегает. Ну, в общем-то, это минус 2. Медведя перевызывает Лондроид, понимает, что это второй медведь уже. Опять Корок заползает, инфест уже успел откатиться, вылезает Лайфстиллер, но, к сожалению, мана хватило не на весь полет. Барак уничтожили на миде. Ну и ломать Тир 3 Тауэр здесь. Приподняли медведя. Медведя надо добить. Замедляет его ТС, нападает на него. Отпивается, очень сильно отпивается, между прочим. И медведя убили уже. Лондруид, можно сказать, не существует в этой игре. Он себя успел положить башер напоследок, но вот все, что у него есть. Медведя не будет еще 80 секунд. Доносит. Обе стороны доносят, перемещаются на топ. Team Liquid очень даже уверенно залетели. Руна Хейста очень сильно помогла. До этого постоянно Леон всем мешался. У Леона хорошая реакция, он постоянно влетал и всем давал свои станы. Теперь на него влетает. Влетает Бэтрайдер. Летит ультимейт гирокоптером. А Аегис теряет Корок. Здесь Abyssal Blade нападает на гирокоптера. У кого-то был гем, по-моему, нет? Похоже, что нет. Корок нападает, дает сайленс в эту секси. Что-то ворует у него Рубик. Срал Shadow Poison. Плюет им в сторону фонтан, ну и добивает. Барак делает мега-крипов. Оп, опять все подлагивает. Ну, мега-крипы говорят, good game. Dignitas здесь уже понятное дело. Никак они не вернутся из такого. Мега-крипы это очень сложная вещь. Ну вот так вот счет становится 2-1 в пользу команды Dignitas. Это best of 5, напомню, 2-1 счет. То есть в команде Liquid, Team Liquid... Я сказал, команда Dignitas. Нет, Team Liquid. Team Liquid осталось выиграть один матч. Team Dignitas осталось выиграть два матча, чтобы победить. Ну и на кону 5000 долларов, само собой. Надо будет постараться. Влетает здесь, убивает всех. Все же дисконнектнулись, но тем не менее. Но
на всякий случай. Ну и 5-10 минут перерыв. Сейчас посмотрим, что будет в следующих матчах. Сможет ли Team Liquid завершить серию? Победить, можно сказать, сухую. Единственная победа у Dignitas — это дефолтная победа, потому что они пришли из Winner Bracket. Так, ну и пока перерыв. Давайте подождем.